сером снегу. Сбитые с камней имена. Я много лет жила в долгу. Мне забыли сказать, что долг заплачен сполна. Пахнет застарелой бедой. Солнцу не пробиться в глубину этих глаз. Теперь мне все равно, что спрятано под темной водой. Едва ли я приду сюда еще один раз. Есть одно слово, которое сложно сказать, но скажи его раз, и железная клетка пуста. Останется ночь, останется снежная степь, молчащее небо и северная звезда. И кажется, что там впереди что-то непременно для вас. Но сколько не идешь, вот отсюда никуда не уйти. Едва ли я приду сюда еще один раз. Еще один раз.
Елена Ваенга. Ну что ж, давайте приступим к обсуждению. Александр Яковлевич. Это удивительно, конечно, то, что ты показывала здесь. Эстетика, которую ты выбрала в этом произведении, включая и танцевальную группу, блестящая просто, блестящая. Это было очень здорово. Ну, умница, просто я даже умница, это вообще-то не то слово. Ты, конечно, мэтресса, большая мэтресса. Поэтому, конечно, я ставлю, естественно, туза, но я очень-очень хочу это увидеть где-нибудь на концерте твоем. Спасибо. Александр Васильевич. Я не стану обсуждать художественные достоинства произведения и его содержание, исполненное перлов символизма, понятных, наверное, до конца только самому автору. Я просто хочу сказать, что я рад, что вы сегодня сидите не в жюри. Вам узкие рамки ваших сочиненных вами песен. Вы имеете удивительную способность сценического решения, вокального решения произведений, которые написаны другими авторами. Это дар, который дан не всем. Я вам ставлю туза и еще раз говорю. Очень, очень хорошо, что вы пришли на этот проект как исполнительница. Сергей Трофимов. Ну, Борис Гребенщиков, это, конечно, явление в нашей культуре. Мне кажется, до конца неоцененное пока. Ну, всему свое время. А такое же явление это Лена, потому что она настолько разносторонняя. А самое главное, что она органична в этой своей разносторонности. Мне кажется, что вот если она будет рисовать, это будет тоже неплохо. А если она будет играть в каком-то спектакле серьезном, это тоже будет хорошо. У нее характер такой. Даже в соревнованиях по пауэрлифтингу Лена будет победителем. Я на самом деле, вот если про соревнования, я же дипломированный судья и тренер горнолыжного спорта. О! Так что о. В спорте я... Видишь, не ожидаю. Состоялась. Туз, конечно, туз. Ирина Круг. Леночка, я уже много лет вами восхищаюсь. Люблю ваше творчество. Вы многогранная туз. Спасибо тебе огромное за этот сезон. Я тебя очень люблю. Елена Ваенга! 4 туза забирает!